не довелось. О Лафей в Асгарде ходили только слухи. О великанше-воительнице, сорвавшей множество планов асов. Она освобождала тех, кого они хотели поработить. Кормила тех, кого они хотели уморить. И вообще досаждала им. Тор ужасно огорчался, что не мог с ней сразиться. Когда я попал в заточение, то мог лишь гадать, что с ней стало и кто она на самом деле. У тебя удивительное происхождение, парень. А короткий путь? Значит, тут больше никто не живет? Жить тут могут одни огненные великаны. А пророчество гласит, что до Рагнарёка мы их не увидим. Тут еще один меч. Наверное, это следующее испытание. Вот и они. Я готов. Thank you.
За мной, Атрей. Началось. Yeah.
пепел в носу. А ты представь, каково мне. Не могу. Ого, водопад из лавы. Лава-пад. Ну да, красиво и совсем не страшно. Еще один меч. Знать бы, сколько их тут. А, 6. Готов? Готов. Следуй за мной. Конечно. Траухер, справа! Я не готов! Ты спай, кого победил! Ха!
Ладони вспотели, еле лук держу. А у меня нос чешется. Нашел еще меч. Готов? Готов. Ну, а, ты мальчику, я понял. Драугр! Ha!
ж такое, новые твари? Рома! Go!
этими тоже нужно разобраться. Сзади еще враги. Приготовься, мальчик. Хорошо. Чуть-чуть. Рома!
Я вижу путь наверх. Ой, рука осталась без волос. Но если все идет легко, какое же это испытание? Тут меч. Который это? Пятый? Готов, мальчик. Готов. Рума! Еще враги! Жаль, что было плохо видно. Вот и они. Я готов. Thank you.
тренировке нельзя проиграть. Можно преуспеть, практикуясь. Ага. Или... Весьма разумно. И еще раз. Да. Еще раз. Можем лучше. Другой раз. Еще раз. Хорошо. Yeah.
есть другие врата. Если бы к этой жаре добавить холод Хельхейма, было бы в самый раз. Если бы у все отца были крылья, он был бы драконом. А? Обычно я не особенно боюсь высоты, но держись крепче. Полностью согласен.